Всем привет! Сейчас я буду давать интервью на интересующие вопросы. Сейчас интервью берут у Лёши Купина, и после него буду отвечать я. Всем желаю хорошего дня, всех целую, всех обнимаю, будьте счастливы и любимы. Всем доброе утро! Вот так вот мы с Андреем завтракаем по утрам. Беседочки, все как положено, завтрак, свежий воздух. А как вы завтракаете с вашими любимыми? Шаб. Это кто так чихает? Шабочка. Шабу напугали. Шаб, как у тебя дела, скажи? Тебя никто не обижает. Все ли у тебя хорошо? Масик наш. Скажи всем, как у тебя дела? Ну скажи, мне все хорошо, мне все нравится. Шабочка. Пришла участница на телепроект «Дом 2», у нее тоже собачка. А кто это был, смотрите по эфирам. Так что у Шабы теперь есть новый друг, да? Ребенок. Ребенок такой. Вот так, с утра, пока все еще спят, мы с Шабой уже гуляем по площадке. Шаба? Где-то есть. Вот так. Шаба. Шаба. Шабыч. Шаба. Шаба. Что там нашел? Шаба. Иди сюда. Губами по телу целуешь не смело, а я в предвкушении сгораю дотла. Разорвется на части в объятиях страсти. С тобою мы вместе сходим с ума, сходим с ума. Сходим с ума.